28 сентября художественная галерея приглашает саровчан на экскурсию по выставке «Время говорить» Ирины Никитиной. Начало в 10 часов для лиц старше 6 лет. В 12:00 для юных саровчан пройдет творческая мастерская «Лиса краса». Участники создадут открытку в технике «Iris Folding». Возрастное ограничение 6+. В 14:00 состоится экскурсия по выставке живописи Константина Миенкова «Прогулка» без возрастных ограничений. Парк культуры и отдыха имени Зернова приглашает горожан покататься на аттракционах в последние теплые осенние дни. Пятничный вечер можно провести под звуки живой музыки. В 17:30 детская школа искусств приглашает в концертный зал. На концерте в преддверии Дня музыки перед саровчанами выступят педагоги ДШИ и ДШИ номер 2 Анастасия и Глеб Дементьевы. В программе произведения русских и зарубежных композиторов для саровчан старше 6 лет. В субботу в спортивном комплексе «Юниор» состоятся баскетбольные матчи в рамках турнира «Мирный атом». В 16 часов за победу сразятся команды «Старт» из Заречного и «Маяк» из Озерска. В 17:30 пройдет открытие турнира. Сразу после, в 18:00, саровчане из команды «ВНИЕФ» сыграют с АСЭ из Нижнего Новгорода. Приходите поболеть за любимую команду без возрастных ограничений. Джемы, возможность показать свой стиль и потанцевать с другими, батлы, зажигательные битвы за звание лучшего. В субботу молодежный центр приглашает всех любителей брейк-данса. В 17 часов все желающие смогут продемонстрировать свою хореографию, энергию и чувство ритма. Вход на брейкинг-баттл свободный, без возрастных ограничений. Проведите время с пользой, чтобы потом рассказать своим друзьям и знакомым, как здорово вы отдохнули в выходные.